Я бы хотел, чтобы у нас был ребенок, но не уверен, что сейчас подходящее время. Подходящее время или неподходящее? Все уже случилось. Ее возвращение нам опять все усложнит. Я не могу упустить этот шанс. Если я не поеду в тур, Роли мне больше не видать. Тогда приезжай. Она еще будет жгучей брюнеткой, как ты. Да-да, конечно. Единственный способ развеять сомнения – это сделать тест. У меня нет сомнений. А у меня есть. Вот и все, моя девочка. Ее этнические черты все ярче. Я спала только с Артура. Значит, она пошла в твоего отца. Ой, трубочки. Я лет 100 их не видела. Ты умеешь чистить картошку? Ты предлагаешь мне тут работать? И что я должна делать? Смотреть за Сесилией и за домом. Я охотно поснимаю ремни и туфли. Для этого ты слишком хороший фотограф. Мне нужна работа. Все актеры-либералы. А вы кто? Я аполитична. Нравится всем моя работа. Но где твоя дочка? Я с ума сойду, если ты ее заберешь. Ты никогда обо мне не думала? Все время думала. Девочка моя, я так тебя люблю. У малышки черты моей матери. Параллельные матери. Фильм Педро Альмодовара.